С вами Механик, сегодня новенькая серия City Car Driving «Сумасшедший таксист». Эй, а что это у нас такое? Да это же рубрика «Топ коммент». Просто пиши крутые комментарии и попадай прямо в следующий ролик. Как вы любите. И машину я взял, ну вы сами сейчас увидите, она идеально подходит для этой задачи. А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине. Лучшие ключи и аккаунты по самым доступным ценам. Заходи и покупай, ссылочка в описании. Просто лучше не придумаешь. Renault Sandero Stepway. Почему именно Stepway? Потому что другой не было. Но это крутая тачка, мне нравится, как она выглядит. Плюс, смотрите, она реально задранная, как Нива какая-то. Можно скакать по бордюрам. И салон просто шикарный для такси. Ничего лишнего нет, можно не бояться, что пассажиры что-то испортят. Блин, а кайфово, смотрите, раз, все, приборчики, все завелось с первого раза, между прочим. Да, ребят, кстати, по ссылочке в описании есть мой второй канал, там я выкладываю про тачки, так что можете туда подписаться, мне будет приятно. Ну что, давайте пробовать. Сейчас мы... А сейчас проверка на реакцию, успеешь ли ты подписаться за 3 секунды. 1, 2, 3... Успел, красавчик. В смысле нельзя начать работу? Ты чё, блин? О, всё, заработало. Хотя бы так. Фары мы включим. Текс. Аккуратненько поворачиваем. Ну и чё, тут опять стоялово будет, что ли? Ну, ёлки-палки. Так. Да что ж ты будешь делать? Ты так и поехал, сразу тут подвинулись все. Я не буду здесь разворачиваться очень долго. Лучше, наверное, направо идти. Да вы что, угораете, что ли? Вот чуть-чуть так. А протиснусь ли я здесь? Не уверен. Ладно, придется уйти налево здесь. По навигатору, как навигатор подсказывает. Кайфовая тачка, кстати. Реально, сегодня первый день на ней. Вообще мне нравится она. Тормоза шикарные просто. Очень классная тачка. Ну все, поехали. Так. Сидеть вроде удобно. Сидюшечка хорошая у нас тут. Что-то я разогнался как-то прям. Шестой передачи нету, ладно. Ну, хотя бы пятая есть. И на том спасибо. Что-то, кстати, скользко стало. На улице скользко стало, поэтому надо ехать аккуратненько. Ёшкин кот, это тут стоять, да... А, тут светофор. Он не работает, падла. Ну, как обычно у нас. Чё тут удивляться-то, как обычно, светофоры не работают. Короче, сегодня у нас... Чё тут? Пропускают... Ну да... Господи, какой ты тупорез на своей Тойоте, а? Да ужас какой-то. Что за люди вообще? Кто им права выдает этим дебилоидам? Я не могу. Бабулю не сбей, падла. Бабуля там идет, я вижу отсюда. Так, а мне сюда надо поворачивать. Ладно, сейчас со второго ряда поверну. Как дубинатор. Оп. Да не сигналь себе, подуди в жопу, блин. Дудишь тут, сигналишь. Ой, что-то разнервничался прям. Ну ничего, машинка вообще хорошая. Хорошая машинка. Потихонечку на механике гоняем. Сцепление новое. Ну она новая, ну ё-моё, новая тачка. Вы что хотели? Ничего бы она плохая была. Куда ты несешься на команде на своем? Гололед на улице. Сейчас шибешь кого-нибудь. Ёлки-палки. Ёлки-палки. Ладненько, сейчас заберем, что там нам. Что мы сегодня, курьером будем подрабатывать? Ну ничего, ладно, какая разница нам. Возить кожаных мешков или продукты какие-нибудь, без разницы вообще, пофиг. Ну и что мы встали? Кого ждем, Василий? Я не понял, а что тут? По помехе справа же едем. Сейчас за живым щитом в виде автобуса выезжаем, потому что помеха справа же, правильно. Ёп! Ты твою мать! Ах ты пипидастер.
Вот это да пиндера. Я его прореню сейчас. Просто проренить его нужно. Это что за человечина такая? Ты кто такой? Ё-моё, да ну нахрен, там 4 усача сидит. Чё-то я не хочу рисковать, ну их нафиг. 4 усача, связываться с ними что-то как-то сыкотно. Но с другой стороны, в принципе, он как бы виноват в том, что я попал в ДТП по его вине. Я вот так вот сейчас резану чуть-чуть вот так вот и поеду дальше. Типа случайно резанул. Потому что сыкотно, мало ли, может и в хлеборезку прилететь от 4 сразу. Как бы на одного перцовку ладно, потратим, но со вторым-то что делать? Тут без вариантов. Мадама, пожалуйста, проходите. У, какая, ля, какая, у, пошла какая. Фа-фа. Ну чё, бабулю сейчас будем пропускать тогда. О, ё-моё! Сбил, падла. Сбил собака сутулая. И поехал дальше, вот это автобусник. Вот это да, вы посмотрите на него. Морда наглая какая. Тут светофор не работает, как вы поняли. Ой, что-то я с третьей трогаюсь. Братишка, пропусти, а. О, БМВист, спасибо тебе. Дедуля, аккуратней. Так, ну что, где-то здесь. О, вот моя посылочка. Добрый вечер, я диспетчер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я говорю вам здравствуйте. Здравствуй, здравствуй, дорогой. Ну давай, клади свою поклажу. Все, пошла погрузочка. Сейчас он нам загрузит полный багажник. Оп. Все. Поворотничек. И поехали потихонечку. Так, что там, хрупкая что-то походу положил собака. Поэтому едем аккуратно. Аккуратирую, насколько это возможно. Так, и что здесь у нас? Там главное, здесь помеха справа, там помеха слева, здесь помеха сбоку, там помеха сзади. Нормально, вроде я проехал четенько. Не, ну что, я нормально учился вот это в автошколе здесь вот. Правов. Не, ну ты чё, блядь, ты чё, издеваешься, что ли, ну как это вообще возможно? Ну как это вот возможно? Ну я не знаю просто. Ну это что это? Вот как это? Где это убрать? Где собака это убрать? Где это убрать? Это нигде не убрать. Это просто они дебиляторы такие. Ну все, нету посылки. Был бабушкин сервиз в багажнике, я его не довез. Все, до свидания. И поехал еще, смотри, поехал. Вот это просто, я не знаю, это... О, господи. Не, ну вот как? Вот как? Вот каждый раз. Вы, блин, видели, что я пытаюсь, типа, ехать сейчас адекватно, ровно, чтобы никакая падла меня не подрезала, ничего там. Сам ни в кого не врезаюсь. Дистанцию даже держал, ну просто насколько это возможно. Да куда ты идешь, курица? Да елки-палки, а что за день не удался? И этот главное, по таксише не дали. И забанили в этом приложении Яндекс.Такси. И груз первый же взял и все, и раздолбил его. Это просто жесть какая-то. Как мне оплачивать бензин на эту замечательную машину, которую мне дали? Два ДТП за сегодня. Два ДТП просто. Просто на ровном месте. Я причем вообще не виновен. Кристальная репутация. Не виновен вообще. Ни разу в авариях не попадал. Вот опять, видите? На того тебе на свой тормозит. Чего он тормозит? Вот что он там? Зачем он тормозит, а? Давай, 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 давай. Вот бы автомат еще на эту машину был бы вообще идеально. Очень оригинально. Так, ну чё. Вот он. Грузчик стоит, парень. Ждет. На, братишка. Выгружай свое барахло разбитое. Давай. Ой, да. Сейчас еще и из грузчиков, из вот этих доставщиков, перевозчиков уволят.
Груз доставлен. Катастрофические, сука, повреждения. А кто тут виноват? Неужели я? Ну кто в здравом уме скажет, что это я виноват? Да никто. О, поехали за новым. Все, поехали за новым грузом. Сейчас заберем новый груз. Я надеюсь, что новый груз-то я нормально смогу довести аккуратненько. Без всякого вот этого вот. Ся, побежала, побежала курочка, курочка. Куда ты бежишь? Ты смотри, виляет своими булками вот этими вот, целлюлитными, наела. Ты чё, дурак? Ты чё, идиот? Вот вы же видели, у меня выбора не было. Здесь идет дед, пенсионер, ветеран, который воевал за нас. А тут этот усач. Это опять усач. Это просто какое-то, я не знаю, нападение усачей. Просто какая-то усиная атака. Усиная атака просто происходит. Это что такое? Не оставил мне никакого выбора. Или деда сшибать, или в автобус. Ну деда же я не буду сшибать, правильно? Блин, лучше бы деда сшиб. Ну что это такое? Машина вся уже разбомблена просто. Да дай ты проехать мне. Резина скользкая какая-то, летняя походу стоит. Гололед, нифига не могу ехать нормально. Замучился уже. Тихо, тихо, тихо. Что-то тачку водит вообще, я вам должен сказать. Она дорогу вообще не держит. Ну так, если что. Так. И чё, куда мне прямо? Прямо, прямо, прямо. Оп. 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 Ну а чё делать? Ну а куда тут? Сами видели, не было вариантов. Шашечки, конечно, на такое не поиграешь. Это смертоубийство просто какое-то будет. Но зато вот так вот спокойненько ездят, таксовать очень хорошо. Очень хорошо. И сегодня даже бешеный таксист, он не настолько бешеный, насколько он просто огорченный данной ситуацией, что ты, жизнь, так сказать, загнала его вот в такие вот рамки жесткие, когда просто нет выбора. Просто нет выбора. Вот что он тормозит, а? Ну что ты, падла, на своем немецком говне старом тормозишь, а? Машина новая стоит дороже твоей, дебил ты. Давай, 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 давай. Сейчас я со старта как бомбану. Ну поехали. О, какой тупорез, а. Какой тупорез, я не понимаю, кто им права продает вообще. Куда ты на своей Ниве тягаешь? У меня Сандера новенький, Stepway Edition, как бы. Это практически AMG от Мерседеса. Ну на самом деле это вот как бы комплектация такая топовая. Элегантная комплектация. Как в Мерседесе, вот Элеганс есть комплектация. Здесь то же самое, только это Stepway комплектация. А, давайте переведем. Step — это что, шаг? А way — это путь. Шаг-путь. Ну, в принципе, неплохо звучит, да? У меня шаг-путь. Шаг-путь. Renault, Sandero, шаг-путь. Я думаю, это имеется в виду, что типа можешь и шагнуть, и в путь пойти. Ну, наверное. Не знаю, что они хотели таким названием сделать, как бы. Как спозиционировать они все это дело хотели, но у них получилось. Явно удалось им. Машина отлично сбалансирована. Для такси просто лучше не придумаешь. Особенно в русских реалиях с нашими дорогами. Замечательными, конечно же. Лучше не придумать. Так. Давай, давай, давай. Пошел, пошел, пошел. Ну, по сути, если не тормозить. Вот с тормозами у нее проблемы. АБС не срабатывает. Если не тормозить, то все хорошо. Вообще без проблем она едет. Очень хорошо. Мне нравится. Плавненько так. Подвесочка отрабатывает. Все. Ну, Рено одним. Рено, понимаете? Все четко.
Ты, а что такая чувствительная у нее педаль газа? Буквально я чуть-чуть жму на газ, он прям выкручивает в отсечку ее. Вот я, чтобы вы понимали, я в пол тут ни разу еще не нажал. Ух ты, ё-моё, блин. Дубина какая, а. Это про себя, это по моей вине сейчас было, да. Я не пропустил. Либо помех справа была, я его просто, можно сказать, зарезал, убил. Машину ему, естественно, не его же самого. Ну чё, машины-то? На! Газ в пол. Все, нечего терять. У меня отчаяние наступило. Просто я хотел реально как-то так аккуратненько все вот это съездить, проехать. И тут просто наступает отчаяние, потому что с самого первого раза, с самого начала просто бахают. Чувак на старом древнем хопятом просто бахает тебе машину. У тебя нет выбора. А, тут односторонняя. Понял? Понял, не дурак. Дурак бы не понял, а я понял. Нормально. Поехали. Я тебя прошу, жигулист, пожалуйста, поехали. Да поехали ты, падла. Не, ну это все, это просто фиаско. Вот в таких ситуациях ты просто берешь, вот так вот останавливаешься, вот так вот, ставишь машину на аварийку, так вот глушишь ее, выходишь из машины и просто уходишь пешком. Потому что это невозможно так ездить. Это просто невыносимо. Ну как? Ну как это вообще? Как это возможно? Я не понимаю, это невозможно, это ненормально, это нечестно. Ну куда ты поворачиваешь? Ты не видишь, что ли, что я тут еду? Ну куда ты? В меня хочешь повернуть? А ты тоже усач. Бля, я даже ругаться не хочу. Не хочу. Усач, по-любому. Спорим, усач? Усач, сука. Усач, падла. Так, а что-то далековато я сижу где-то. Во. И тут два усача по-любому друг в друга врезались. Чё, сейчас мой степвей выдаст нормальные. Это почти токийский дрифт. Шаг путь эдишн. Токийский дрифт, шаг, путь, эдишн. Вот сколько он будет сейчас стоять? Он по-любому сейчас будет стоять, вот этот жигулист. Он мне не нравится. Был бы зацеп, я бы вообще еще элегантнее это сделал. Ну ничего, с небольшим нарушением, с маленькой нарушением. Нет, не страшно, правильно? Правильно. Так. А что тут? Ну а ждем просто теперь. А что мы ждем? А нам прямо... А тут... А, это там односторонняя, здесь не односторонняя, да? Ой! Здравствуйте. Я понял. Сейчас, секундочку. Оп! Все. Базара нет, мой косяк. Понял, принял, интегрируем. Интегрируемся. Я сейчас доеду. Я доеду тут, по-любому. Давай, давай, давай. Да ты угораешь. Эти усачи преследуют меня. Ну давай, давай. Ох, поехали. Охо, охо, давай, охо. Постоишь, мужик, подождешь. Оп! Добрый вечер. Все, до свидулечки. До свидульки, до свидулечки. Не, ну это все, тут как бы... Угу. Тут уже ага, угу. Так, это вот это он, что ли? Тормозим.
Сейчас. Сейчас, братанчик, сейчас все сделаем. Да ё-моё, блин, там столб. Да что ты? А, ну ладно. В принципе, ну, хотя бы рейтинг не отняли, да? Давайте посмотрим, сколько у меня рейтинга накопилось. А. Один. Нормально. Все, на этом я заканчиваю. Я не могу больше. У меня сейчас взорвется жопа. Я старался максимально себя сдерживать, насколько это было возможно. Поэтому, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока.